Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, из какой вы страны вообще с нами сейчас общаетесь? Я живу в Литве, недалеко от Вильнюса, занимаюсь дизайном интерьера. Много лет уже окончила архитектурный технический университет в Вильнюсе, ВГТУ. Я вас в Инстаграме как-то нашла и думаю, ну, давайте запишусь на курс. Ну, нереально пока что, я очень рада. А вы до того, как на курс записались, сделали какие-нибудь интерьеры? Я интерьерами занимаюсь, я работаю 25 лет в этой сфере. А визуализации делала такие примитивные в SketchUp или в AutoCAD. Очень не загружалась над этим. Но сейчас классно, что можно это делать уже очень быстро с вашей помощью. Как у вас в целом впечатление вот от всего того разнообразия? Я даже не думала, что не то, что разнообразие, но такой профессионализм и что надо отчитываться. Я думала, что просто такой курс пройду. Ну, как-то так. А тут все классно очень. Ну, все очень даже не классно, как в школе или на экзаменах почувствовала себя, что надо работать. Не на лайте пройдешь по вашему курсу, надо работать. Ну, Да. зато знания закрепятся. Да, спасибо. Очень интересно. Все программы Midjourney, я уже тут всем своим девчонкам сделала фотографии и презентации. Как вам создание фотосессии? Классно. Мне понравилось. Вы вообще любите там фотографироваться сами, снимать Нет, себя? не люблю, ненавижу, не снимала, не фотографироваться. Даже была рада, что камера не включилась, но она все равно включилась. А вы вот вообще до начала обучения с нами знали что-нибудь про нейросети? Ну, что-то слышала про нейросети, наши соседи тоже, чат GPT, они тут все спрашивают у него. Ну, просто так развлекаются, я думаю, больше. И говорю, как-то начала скроллить в интернете, смотрю, вы один раз, второй раз. Думаю, давайте попробую. Понравилось. Не думала, что такой эффект классный вообще. Не думала, что так профессионально. Ну, у нас еще впереди очень много блоков. Я уверена, что вы еще получите кучу эмоций. Еще лучше, класс. Я даже работу забросила, просто жду пока. Пока не сделаю вашу работу, не могу свою делать работу. Ну, вы очень быстро дошли к Втягивает. нам. Одна из самых первых. Можете Правда. что-нибудь показать? Ну вот, например, ваши фотографии или, может быть, фотографии ваших знакомых, которые вы делали. А, сейчас. Ну, где я похожа более-менее, да, на себя. Супер. Ай, вот это моя подружка. Она в Англии живет. Так, это вот это тоже она. Это сестра моя. Она спрашивала, это ты или я? Вот, потому что здесь я, а здесь она. Вот, ее еще блондинка сделала. А, здесь своего директора. Переслала ему тоже. Супер, да, Саш? Вообще очень клево. А, вот это Рута, моя подружка. Она толстушка, хотела быть худенькая. Так вот, говорю, лови свою худобу. Это тоже она. Ну, это самый такой мне, как бы, приемлемый стиль. Ну, вообще шикарно. Работа Спасибо. просто отличная. Ну вот, это же вы меня учите, девчонки. Ну, что-то я такая на китайку похожа, но ничего. Вот это уже я. Много натворила всего. Вот эти ваши тоже. Только нам надо мне научиться. Вы очень красиво все этой нейросети рассказываете, что делать. Вот по интерьерам мне надо учиться. Я просто делаю paste copy и получается классно. Но, конечно, когда без вас, что я буду делать? Надо будет заниматься. Все, мне кажется. Реалистичные у вас интерьеры такие прям, вот они реальные, да? Да. Потому что вы меня научили этому. А как вам работать в конве? Когда-то пользовались конвой до знакомства? Да, пользовался конвой. Тоже очень классно, между прочим. Да, тут прям пятерка с плюсом, с большим, Вообще, большим. вообще очень Спасибо, шикарно. девчонки, вы меня учите. Меня просто это засасывает, как болезнь какая-то.
Ну, для Саши, как для основного преподавателя, это очень ценно слышать. Спасибо вам большое. Да, Ну да, да. очень все профессионально. Я первый раз, когда увидела, думала, какие молоденькие все, что это такое, наверное, ничего тут не такого. А потом, как это все втянуло, еще так профессионально, даже мой муж говорит, а что, тебе надо отчитываться? Говорю, да, мне надо отчитываться, ну нифига себе. Так вот, мы все пока в шоке, я в шоке. Есть ли у вас какие-то ко мне вопросы в плане технические? Может быть, что-нибудь да объяснить или сказать еще дополнительно? Очень классно все формулируете. Вот мне надо, наверное, научиться формулировать это все, дать формулировку этой нейросети, чтобы она поняла, чего я от нее хочу. На самом деле я делаю по-разному. В основном, если мне нужно сделать прям много работ, я пишу чату GPT, а давай ты мне составишь запросики. Я тоже так пишу. Да, и вот он мне составляет, и я ими там пользуюсь. Пользуюсь, да. Да, а можно и так с руки, дай мне гостиную, и вот он тебе дает гостиную. Есть ли у вас какие-то предложения, как там дооформить, что-то исправить, были ли какие-то ошибки? Ну, пока ошибок я никаких не видела, потому что это все мне новое, и я вообще как, ну, только учусь, все смотрю, учусь и схватываю. Пока ничего такого не могу сказать. Могу сказать, что только одни плюсы, что вы вообще. Ну, такой курс, я на многие курсы ходила, но на такой еще не попадала. Нереально. Спасибо. Очень Вообще. приятно. Вы нас прям на целый день зарядили. Да, такой заряд мощной позитивной энергии. Ну, вы даже не представляете, вы это работаете, ну, в этом и, наверное, уже не видите, не понимаете, а людям, которые, ну, с этим еще никогда не сталкивались, ну, с такими курсами, ну, они просто такие очень, ну, серьезные очень. Не так, чтобы на лайте, вот сижу и там что-то подумала, нос поковыряла, они очень серьезные. Ну, классно, девчонки, вообще, большой плюс. Не знаю, как сколько тут баллов, 100. 120. Спасибо вам Класс. большое, огромное-огромное. Больших-больших вам творческих реализаций, работы. Надеемся, что и следующие блоки вам принесут не меньше восторг. И я надеюсь, что еще в конце курса всего на финальном зачете мы с вами еще созвонимся, Да. пообщаемся. Спасибо. До свидания. Всего Спасибо хорошего. До огромное. До свидания. свидания, Всего всего доброго. хорошего.